Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Realme GT 6T. И сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Открываем браузер, нажимаем на три точки в правом верхнем углу, выбираем «Удалить данные браузера». Выбираем временной диапазон и что именно мы хотим очистить, и нажимаем «Удалить данные». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.